все здоровы, на канале Китайский Учился, и сегодня у нас будет распаковочка, но это распаковка не из Китая, как видите, уже вот такой палево тидин, только что ко мне прискакал курьер, падла, разбудил меня, и тут еще у него другую коробку, а в коробке в этой у нас вот такая вот еще одна коробка, так, я зашла там, не нужен, а тут у нас кулер, это кулер Deadpool Ice Edge Mini, что-то там, короче, FSV2. Короче, мой комп на ICMO процессоре имеет охлаждение у нас боксовое, которое, в принципе, справляет свои задачи, но в режиме простоя, да, температура там 35-40 градусов, нормальная температура. Только нагружаешь процессор, все, температура подскакивает, охлаждение не справляется. Решил я, короче, купить себе вот такую мини-башню. Ну, тут вообще миник такой стоит. Достанем. В комплекте у нас идет коробка, самая главная коробка. Мусор. Обложка. Мусор. Тоже шлак. Вот такие вот идут у нас. Так, камера фокус. Вот. Пинки. Ну, это фиксировать. На материнке идет у нас рама. Вот такая вот. Расскажу еще. И кулер. Кулер идет у нас вот такой вот, башня, башенного типа, ну размером он с ладошку. Вот. Вентилятор у нас 80 мм. Сразу нанесена термопаста, вижу. Но я, наверное, ее и оставлю, потому что у меня что-то только китайская осталась, беспонтовая. Имеет у нас, кстати, две термотрубки медные. И они вон там, вон видно, проходят прямо по подложке, прямо после процессора будут проходить. Самый главный минус. Это у нас питание, видно, трехпиновое питание. Хотелось бы трехпиновое, но может быть потом кулер поменяю. Вообще кулер меняется легко, вот он защелка, даже не прикрученный. И имеет у нас, короче, он крепеж сразу под AMD-шные процессоры, видно. Там FM, сокеты, AM, что-то типа такого, вообще ненавижу AMD, если честно. И вот такая вот подложка нам нужна, чтобы установить его в сокет 1155 и 1151 там, и так далее. И еще прикол такой есть. Так вот, раз, можно все это дело повернуть. И, короче, он подойдет под сокет 775. Нам это не надо. Нам надо 1155. Так, сейчас разберу компьютер, включусь дальше. Буду включаться, так как одной рукой снимать как бы и ставить не могу. Вот такой ужас мне там происходит. Вообще все в пыли. Надо, кстати, попылесосить, как там одной рукой неудобно просто. Сейчас стоят боксы. Снимем так, покажется большим, часто снимем маленький просто. И вот так вот я снял. Вот он, короче, боксовый кулер. Ну, видно, вот тут вообще маленький такой радиатор. Грубо говоря, ну, тут вообще 2 сантиметра там. 2,5. Такой же кулер там, ну, примерно, да, ну, может быть, сотка это. И, ну, никаких термотрубок, ничего, не меди, просто чисто алюминиевый кусок, который никогда не хватает. Я установил уже рамку, сейчас всуну кулер и продолжим дальше. Вот так вот это дело все что чудно поместилось вообще. Почему именно этот кулер? Вообще он стоит дешево, то есть с доставкой вместе 1000 рублей он вышел. Ну, видите, корпус у меня не позволяет поставить что-то посерьезнее, вообще никак. Корпус охота поменять, но, блин, тоже меня обламывает что-то менять. А так, очень даже хорошо встал, и оборотов у него, кстати, гораздо больше, чем у того. Я прям так даже вижу, что он крутится серьезно. Но термотрубки у него тепленькие уже, я потрогал. Он только что пустился. И вроде встал вообще туго. Я думал, материнку сломаю пополам, когда зафиксирую его. Отлично, вообще встал. Так. У нас сверху холодный. Снизу я лезть уже не буду. Красота-то какая. Все, вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.